градусов, 11, новые пушки расстреливали дистанцию 5 километров, стреляй куда хочешь, куда хочешь сюда. То есть очень здорово это все было. И Александр III, когда посетил форт, он назвал его граф Лебедь, в честь этого московского. Да? Ну вот, друзья, помните свои безумные великолепные сооружения. Действительно, все в лесах, его сейчас восстанавливают. Ну и надо сказать, что Александр I – это проект Карбонера, который был осуществлен уже инженером Дестремом. Вот когда строится этот форт, вот видите, справа еще один такой островок из полностью битого кирпича, башенка такая кирпичная. Это форт, останки форта Павел I. Когда-то это был один из самых красивых шикарных.